Представьте себе, что вы биологическое существо, которому предстоит решить две задачи. Обе надо решать, только вот одна попроще, другая посложнее. За какую вы возьметесь? Ну, разумеется, за ту, что проще. Это вообще главный принцип работы нашего мозга. Когда он встречается с несколькими задачами, он сначала выбирает ту, что проще. Вторая, может быть, к этому моменту отвалится, бог его знает. Ну вот, но решаем то, что попроще. И именно этот механизм сделал нас заложниками гаджетов. Потому что что такое гаджет? Гаджет предлагает вам большое количество очень простых задач. Как только у вас возникает свободная минута, вам, возможно, имело бы смысл подумать про какие-то важные вещи, касающиеся вашей жизни, вот, и ваших дел. Но вы в этот момент тянетесь за телефоном. Почему? Потому что в телефоне простые задачки. Там сообщение от кого-то, можно отправить смайлик. Там новости в социальных сетях, которые легко проскроллить и идентифицировать. И всегда простые задачи побеждают, а мышление...